Всем привет, дорогие друзья, с вами Фростик и Электроник. Мы начинаем гонку, которая идет с новым экспериментальным обновлением 20 января 2015 года. Там добавили 4 новые гонки, и одну из них мы сейчас попробуем на ваших глазах. Она называется «Американские гонки» же, да? Горки. Горки, да. Да. На официальном сайте там написано то, что это очень веселая гонка, типа нарушьте законы гравитации, всякое такое. Сейчас заценим. Ну, пока законы гравитации действуют. Да. Пока просто обычная гонка раллийная, сильно мне... О, лиса пробежала. Животных реально много стало. Просто мне напоминает гонку раллийную это... Я понял, да. Группировку. Ну да, эффектные появления. Ну да. Ты забыл, что это BMW любит заносы? Так а чё ты передо мной это тут появляешь? Ну а чё они заносят, как я не знаю. Я уже забыл, как она нормально. Точнее, как ей нормально управлять. Поэтому её тут и заносят. Так, ну я что-то пока гравитацию не вижу, надеюсь, где-нибудь в конце там... Ну там написано, типа, заехать на горку и спуститься обратно, не снижая скорость. Мы пока едем только вверх вообще постоянно. Ну, вот это я заметил. Вот пятая метка на вершине, походу, дальше мы будем спускаться. Нет, еще выше. Офигеть. Ёпарасоте. Между деревьями тут ездить. Так. О! Давай, давай. Все, начался спуск. Да, спуск. У меня он тут уже давно начался, на самом деле. О, все. Йо, я разбился. Привет. Привет. Мне кажется, это надо от первого лица глядеть, как чтобы йо, обоссаться как я, вообще. Как я качусь. Офигеть, в натуре, вот это спуск мощный. Ай, мимо. Надо больше деревьев поставить. Ай, мимо. Да нет. Кстати, не езжай по дороге, езжай чисто. Прям. Я так и лечу, я еще из кабины включил. Да, я тут наконец-то разбился. Да, ты, видимо, в то же место улетел, куда и я. А что-то финиш то ли далеко, то ли что. Да, еще полтора. Воу, воу. На двух колесах еще можешь кататься теперь. Не, что-то, короче, из кабины, когда смотришь, капот колбасит, как будто он баганный. Мандражирует. В принципе, 2:40. 2 минуты 40 секунд мы ехали. А сколько сейчас денег дадут? Вроде 8 тысяч писали. Сейчас узнаем. Плюс еще бонусы. 8300. 8800 и немножко репутации. В принципе, вот такая вот гонка. Забавно. Ну, я ничего такого заурядного не увидел. А, там же еще какие-то два режима добавили. Помнишь название? Ты сразу их все хочешь? Я хотел по отдельности, чтобы как бы по названиям люди смотрели, что как. Ну, как им удобно будет, что? Ну, так удобнее будет, мне кажется. Ну, хорошо, давай тогда. В следующих видео мы покажем следующие гонки обновления. Сейчас были американские горки. Всем пока-пока, до новых видео.